сегодня у нас в гостях фокусник Александр Яблочков. Александр, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вот мы только что разговаривали про Павла Яблочкова. А вы, случайно, не родственник этому самому инженеру? Дело в том, что я не изучал свое генеалогическое дерево, поэтому я не знаю, может быть, какие-то родственные связи есть. А лампочки, электричество. Александр Яблочков сейчас нас попытается чем-то удивить. Что это будет? Это специальный прибор, который, у которого история как раз тех времен, когда была изобретена лампочка. Ну, я вижу, на нем Томас Эдисон написано. Томас Эдисон, это подпольное имя Павла Яблочкова, вы же знаете. Он в Париж уехал, ему пришлось переименоваться. Серьезно, все понятно. Это проще, да? Да, это проще. Вот, соответственно, у меня здесь 4 лампочки разного цвета. Так, и? Синяя, зеленая, красная и желтая. Угу. Напротив каждой лампочки находится тумблер, который включает лампочку. Ну и цвет. Синенькая, синенькую, угу. Зелененькая, красненькая, желтенькая. Так, ну, любой последовательности можно переключать. Ну, вот, все очень просто. Угу. Очень простая, простая доска как бы с лампочками. Угу. Но есть маленькая загвоздка. Назовите, пожалуйста, вот из этих 4 цветов, какой вам больше всего нравится? А мне нравится красный. Красный, отлично. Берем красный цвет. Так, проверьте, пожалуйста, только не сломайте, ладно? Есть ли там какой-нибудь секрет, может, перемычки какие-нибудь? Уронить бы. А вас попрошу тоже назвать цвет синий. Из оставшихся. Синенький. У меня дочь любит синий. Да, понятно. Вы тоже пока синий. Проверьте, только меня не сломайте. Меня не это не самое. Сломайте. Ну, лампочка как лампочка. Давайте, смотрите, теперь я беру красную лампочку, помещаю на место синий. Так. Да. Так, 50, что-то написано. Это цоколь 17, все понятно. Все-таки Александр разбирается. Тут заговаривает. Теперь смотрите, мы поменяли лампочки, да? А теперь посмотрим, получится ли, будут соответствовать тумблера своим цветам. А можно самим нам это покрутить, нет? Красная, красная, зеленая, зеленая, синяя, синяя, желтая, желтая. В любую последовательность включаем. Пожалуйста, горит именно та лампочка, которая должна гореть. Видите? Вот. Такие хорошо. Лампочки волшебные какие-то. Хорошо. А давайте назовем других 2 цвета. Что там? Ничего ну, нет. Ну, давайте я назовем. Я могу показать. Ищу. Тут абсолютно ничего нет. Друзья, все нормально. Там ничего нет. Вот. Назовите желтенький. Цвет. Ну, можете назвать тот же. Поменяйте на местами желтый и красный. Желтый, а почему не зеленый? Мы красный же меняли, да? Ты же красный выбрал, да? Не, желтый вы можете цвет? Поменять желтую с красным. Нет, давайте уж желтую с красным, конечно. Хорошо. Что-то заподозрили. Будете? Нет, спасибо. Нет, да, будем. Не надо, не надо. Зачем? Посмотрите, вот, уже не дают нам, значит. Ой, да ладно, проверьте, только не сломайте, хорошо. Ничего нет. В руках тоже никаких. Е14. Вот, спасибо. Вот так вот лампочки ломаются. Ты не тряси лампочку. Что делаете? Конечно. Я так все лампочки проверяю. Все понятно. $500. И часто у вас работают такие лампочки. Итак, смотрим. Желтая. Горит. Зеленая. Горит. Синяя. Горит. Красная. Горит. Желтая. Ярче стали гореть. Зеленая. Красная. Синяя. Каждый тумблер соответствует. Вы знаете, некоторые могут подумать, что когда лампочку вынимаешь, там смыкаются, размыкаются какие-то контакты. Ну, как конечно, бы, да. И так далее. Вот смотрите, сделаем проще. Смотрите, я снимаю. Я снимаю вот эти вот колпачки. Вы можете посмотреть. О, а можно мы перемешаем сейчас? Да, пожалуйста, перемешивайте. Ну-ка, может, я думал, это был весь фокус. Давайте, а тут фокус с продолжением. Металлические штучки. Вот, подождите. Там металлические внутри штучки есть. То ли магнитики, то ли еще что-то. Хорошо. Вот смотрите, я беру как бы колпачок один. Вы не видите какой. Не видите. Глазом будете управлять? И скажите, нет. На какой из этих тумблеров одеть? Первый, второй, третий, четвертый. Говори. Нет, давай ты первый. Один. Один, хорошо. Вы угадали. Это первое. Это как раз у нас. Вот. А следующий, значит, у нас угадывайте, куда вот этому попал? 4. На 4-й тумблер. Да. Вы уверены? Я да. Уверен. Не на 3-й, на 2-й, 4-й, да? 4-й. Уверены. Так, 4-й. Хорошо, 4-й. Посмотрим на 4-й. Оп, оп, повезло. Это невероятно. А вот это на какой? А, 2-й, 3-й, других вариантов нету? 2-й. Или 3-й? Да второй. Второй, хорошо. Александр, давайте второй. Смотрим, синенький загорается. Ну и последний вариант тоже. Красненький. Вот, красненький, да тоже загорается. В любой последовательности вот так вот фокусники, благодаря изобретениям Павла Яблочкова. Ну, Александр, раскрой секрет. Это, конечно, удивительно. Наушка. Фокусники наушка. Секретов своих не раскрывают. Не, ну вы иногда вы раскрываете свои секреты. Когда это было? Учите это нас. Неправда. То есть не сегодня. Неправда. Не сегодня. Сегодня не раскрываю секреты. Александр, спасибо вам большое. Спасибо огромное. Вы, как всегда, спасибо вам за то, что пригласили. Удивляете. То, что помните предков, может быть, моих, может, не моих. И у нас сегодня, между прочим, было безопасное электричество. Александр, властелин электричества. Спасибо еще раз. Спасибо.